И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и подписчики. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас FNAF Legends, ролеплей. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Мне просто непривычно, что у тебя нету волос, что за говно? Димон, где твои волосы? Не знаю, они пропали. Но мне будет лучше, зато видно, что ты лысый. Ого, здесь аниматроника, как всегда, ребята, все у нас здесь классно. Ставьте лайкосик, если любите. Я могу лефти не брать, смотри. Аниматроников. Могу даже не брать. Ничего себе, их сколько здесь. Ого! Это точно что ого! А это, смотри, это получается за баблище. А, да, это, кстати, покупать уже можно самому. Мне кажется, Димон, еще есть аниматроники, там много комнат. Кошмарный. О, даже аниматроник Дед Мороз есть. Прикольно. Так, аниматроники. Тут есть ресет или нету? Кошки. Аниматроники. Ой, полуаниматроник, полу. Что вам продать? Человек. Кого вам мне продать? Мне, пожалуйста, сосисочку в тесте. Есть такое? Нету. А вот, Morph Remove. Давай, короче, возьмем, проверим, что если что, рестартнемся. Я знаешь, кого хочу проверить? Вот этого вообще нет. Смотри, у меня получается с FNAF 7, у меня это даже у Фокси сидит попугай на плече. Смотри, я какой. Я этот, если что. А, когда ремув делаешь, волосы спадают. У тебя даже лица не осталось. Да ну что такое, все так печально? Да. У меня вот улыбка осталась. Так, давай, короче, берем аниматроников и пошли в пиццерию изучать. Там все есть части. Так, ладно, давай двигаться, Димас, дальше. Все, я беру Чику. Все, я буду Чикой здоровенной, кабанихой. Да, давай, погнали. Так, куда нам идти? Chill out. Сейчас найдем, Димончик. Тут есть, короче, порталы. Это не здесь. О, здесь можно чилить, что ли? Так, давай-ка. Наливай, скелетосик, наливай. Наливай нам водицы и спиться. Так. Наливай нам водицы и немножко пиццы. О, пойдет. Погнали, Димас. Так, здесь порталы, я иду к ним. Вот порталы. Давай начнем слева направо, да? FNAF 1. О, FNAF 7 даже есть. Погнали FNAF 7. Давай FNAF 7. Давай, иди сюда, вот тут FNAF 7. А, вот еще на этой стене, ничего себе их тут. Заходи. FNAF 6 вижу, а где это... ты FNAF 7? А, Ultimatum Custom Night, да, понял. Да, это оно. Че не заходится? Заходится. Вот. О, я... Воу, Димон, здесь очень круто. Офигенно. Каждый здесь. Раз, Димон, мы находим с тобой все лучше и лучше режим. Я надеюсь, вы, ребята, разглядели. Там постоял немножечко. О, вентиляция. Можно поползать, если вы хотите, но я не хочу. Все вот круто, но шарики квадратные немножко смущают меня. Второй этаж, Димон. О, где Фредька сидит тут, играет в игрушки, короче. Фокси. Так, кто-то разыскивается. А, это этот челлендж какой-то. Попробуй не засмеяться. Попробуй не пердануть. Ой, мне ты пыхнула назад в лобби. А ты, наверное, на спаун пришел. Тут кухонка. Осторожно. Ну, большая пиццерия или маленькая? Хорошая пиццерия. Тут компьютер, мне нравится, на экране написано Game Over. Все. А это все, Фредька проиграл здесь. Фредька проиграл? Да. Давайте мы следующую пиццерию. Побежали. Я уже все смотрел. Я думаю, ты тоже. Поэтому давай возвращаться. Так. Давай FNAF 6. А как ты возвратился? Не знаю, меня как-то само перекинуло. Давай, я тебя жду. Нифига себе ты читмен. А да нет, там по офису Линда тебя перекинет. Линда, ничего себе ты сказал. Линда, а ну попробуй ты пихнуться назад. Линда. Я тут уже в каждый угол запихнулся, ребята. Смотрите, я никуда не могу попасть. Так бывает. Непонятно вообще. Reset chapter нажимай, Диман. Ты как под пол провалился, что ли? Ой, ты пихнулся назад. FNAF 6. О, все, я на спавне. Только я уже аниматроником не буду, я так побегаю. Давай, Дима, на тебя жду, где ты? Я иду к... порталам. Вот, а теперь давай... FNAF вот, 6. Не-не-не, а или да, давай. Погнали. Давай FNAF 6. Да-да-да, FNAF 6. Тут даже тачки есть. Пошли. Можно покататься. Тю, блин, я назад вышел и иду по лобби гуляю. Вот это молодец. FNAF 6, да, Димас?
Вот тут кошечки, собачки, все хорошо. Ты елку видел здесь на улице и качельки? Опа-на, Димас, FNAF 6 вообще офигенный. Самая красивая пиццерия, которую я видел в Роблоксе. Смотри, что я могу сделать. Смотри, я встал в эту штуку, я теперь лефти. Вот это мощно. Димон, смотри, как на столе украшено, все классно. Да-да-да, вижу, все праздник. Тортики с Фредди, да? Угу. Или это пицца такая? Димас, иди сюда, вот встань вот тут за место Фокси, вот здесь вот. Вот здесь встань. Иду, иду. Чтобы лицо было видно. А, блин, у тебя его нет. У меня его нету, блин. Ракета, Димон. О, можно поползать. Блин, ребята, это аттракцион. Это вообще нереально, конечно. Димон, понятно? Иди на кухню. А тут даже кухня есть. О, раковина какая-то. Мы какие-то маленькие, все такое большое. Панасоник. Я хотел только сказать Панасоник, классно написано. Микроволновка, туда сам залезу. Панасоник. Вообще. На холодильнике какие-то каракули нарисованы, в прямом смысле слова. Это, наверное, подписано, что есть что. Так. Ой, теперь марионетка. Вау, я всех нас сожру. Ого, тут коробка здоровенная, нифига себе. Тут может 5 человек поселиться. О, Димон, тут еще во все двери можно заходить. Туалет, наверное? А, не, не туалет. Ошибся во. Дверью. Какой-то комната допроса. Допрашивайте меня полностью. Зачем она что, Assassin's Creed, что ли? Это Assassin's Creed, тут можно по крышам, походу, бегать. Не знаю, наверное. Смотри, по мусоркам, по крыше тут фигачу, вообще нереально. Так, я смогу выйти с этой пиццерии или нет, а ну проверяю. Да-да-да, можешь. Ребят, тут паркурсы. Ой, тут вообще... Ой, я вышел. Так, гонщик нереальный, паркурист профессиональный. Давай, Димас, паркур тоже со мной. Оп, оп. Ничего себе. Паркурист от бога, мы на крыше. Машины здесь крутые. Все, погнали на другую, да? Пошли, пошли. Так, а может мне звуки включить? Пускай будут звуки, правильно? Не знаю. Никому не мешают. Так, я возродился. Блин, Димас. Подожди. Я нечаянно, короче, вышел с игры вместо Reset Charter. Не увидел. Бывает, бывает. Надпись перепутал. Так, а я пока пойду... FNAF 4. Нет. FNAF 3. FNAF 3, это хорошо, это хорошо. Не, FNAF 1. Короче, я, Димон, FNAF 1 пошел. О, что-то она после FNAF 6 такая скучная. Что это за говно унылое? А не! Тоже круто сделано. С душой. Все чисто. Ох, какое рабочее место здесь крутецко. На единичку можно камеры смотреть. О, у тебя маска есть. Я тоже... А, ну да, я одену. Лефтянского. Ой, от первого лица, Димон, сделай маску. Зубы. Вообще ничего не видно. Не-не, ты лефти одень маску. А, лефти. Да-да-да, у него тут 4 зуба. А, зубы вижу, да. Не, ну получше будет. Ну, да-да, пойду лучше. Да сам по себе лефти лучше. Во сколько раз? Ну, в 1000. Так, Димас, ты какой FNAF зашел? FNAF 3. FNAF 3, вот вижу, тут спринтраф такой здоровый. Орет на меня. Так, это пиццерия, же... я так понял. Так, где ты? Оба-на, оба-на. Вот как это. Как тебе да? FNAF 3, Димон, пойдет? Вообще улетный. Смотри, здесь классно, такие головы большие прям лежат, здоровенные. Так, я пошел изучать. Я с тобой. О. Давай, Димон, комментируй, это что ты думаешь по этой... По поводу этой пиццерии, как тебе? Блин, это страшная пиццерийка. Угу. Атмосферная очень. Если бы она была бы реалистичной графика в Робоксе, то тут можно было бы обосраться. Ну, я бы не обосрался, конечно же. Ну, а чё бы и нет. А чё бы не за компанию? Тут можно его пройти. Понял. Очень странная вентиляция. На самом деле, они так и устроены. Всё, я просто не знал, Димон. Аниматроники просто любят, когда это не тесно. О, прикольно. А я даже не знал, что тут можно пройти. Ну вот это нычка, такая себе. Офигеть. Ты что, на FNAF 4, ребят? Давай, давай вот это вот, FNAF 4 Bedroom Map. 4 с...
Ой-ой-ой, я походу в тот четвертый зашел. А не в тот. А, Дима, вот тут вот получается пиццерия, мы рядом возле нее ходили, они между собой все связаны. А, да, кстати. Блин, назад ты пыхнула. Они все в одной, на одной карте находятся. Вот оно, вот шкафчик с сундуком, кстати. Видите, как? Так, первый этаж, Димон, есть. Отлично, я смотрю. О, тут интересно, даже третий есть. Третий. А FNAF Sister Location было там или нет? А, вот оно и есть, ну да, я спустил. Да ой, что у меня опять ты? Кроватью. Одна кровать залезла. FNAF Sister Location ты пыхает, прикольно. Ой-ой-ой, тут как-то бардак, Димас, на третьем этаже. Так, я поднимаюсь к тебе. На третьем этаже тут вообще какой-то хаос творится. Стены какие-то глюканые. Кровати друг на друга залезают. Там вообще жопа какая-то. Ну это получается срач в доме. Третий этаж это просто склад. Ого, жесть, тут навалено. А смотри, тут стены, видишь, они как-то переливаются очень стрёмно. Ну, обычные стены. Они как-то... А, ну да. Как-то вот глючит узор, я вижу, один на один наваживается. Но все равно классно сделано. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!